Копья сломаны. Римляне и правда все испробовали. Они были правы. Здесь никак не пройти. Землетрясение изменило структуру. Странно. Эта стена не такая уж крепкая. Снизу есть другой путь. В обход! Здесь теснее, чем в пещерах к западу от Сивы. Тогда мы были меньше. Куда теперь, милая? Пойдем через стоки. Видимо, никто не решался ступить в воды Аида. Будем первыми. Я за тобой, Аида. Крупный был крокодил. Гробница. Потрясающе. Я хочу, чтобы мой саркофаг был не хуже этого. Как пожелаешь, милая. Говорят, саркофаг до краев наполнен медом. Он бережет Ка. Сомневаюсь. Обещай похоронить меня вместе с клинком. Я не хочу быть беззащитной в полях и Ал. Обещаю. Взгляни на знаки снизу. Здесь речь о Сиве, о крипте и посохе, что держит Александр. Амон стоит среди деревьев. Сфера встречается с посохом. Человек царю, царь Богу. Какая сфера? Где сфера, что я тебе дал? Отдала Аполлодору. Он такое любит. Нужно впустить остальных. Я побуду здесь. Изучу рисунки на стене. Бессмертный царь. Посох царя. И знаки. Я восхищался Александром с детства. Вы с ним похожи. Я рыдал у его статуи в Риме.
К 30 годам он стал правителем огромной империи. А что успел я за свои 50 лет? Боги, укажите путь! Вместе мы сможем сделать больше, чем Александр. Да. Скоро царица перестанет красоваться перед Цезарем и займется делом. У нас с ней общие цели. Верь в нее. Мой Цезарь, наших посланников схватили у южного гарнизона Александрии. Солдаты говорят, что обстановка там враждебная. Вот как? Птолемей мстит нам? Я пошлю свою стражу. Греческих солдат вряд ли станут задерживать в городе. Дай нам этим заняться, царица. Флавий, сюда. Вот. Перед тобой, великий царь. Справиться с целым гарнизоном будет непросто. Столь радикальные меры нам ни к чему. Лучше всего действовать скрытно и нанести выверенный удар. Будешь сражаться с птолемейцами? Я хочу тебе помочь. Развяжу драку и отвлеку их. Звучит неплохо. А я пока разыщу посланников. За подмогой! Тебе надо было бежать! Тебе конец!
Молю, убейте меня! Довольно мучений! Я тебя спасу. Предупреди Цезаря. Что с тобой случилось? Септимий, они планируют осаду порта. Хотят захватить дворец. Я не предам Цезаря! Скольких еще людей мне придется убить, прежде чем Цезарь поймет? От этого не будет пользы. У нас новый приказ. Лев повелел нам отправляться на Фарос, схватить царицу. А потом они ушли. Куда? Куда? Он может сообщить важные сведения. Надо доставить его к Цезарю. Надо найти лошадь. Армия придет притеснять нас следующей. Проклятые римляне не искушают судьбу. Не уйдет, пока. Жители Александрии, пора взяться за оружие. Я отправляюсь в Серафиум. Теперь лишь боги могут спасти нас. Твои люди не сдались, Цезарь. Септимий хочет загнать тебя в ловушку. Нужно спешить. Войне быть. Что ж, Флавий, отдай приказ. Испепелим этот порт. Подадим сигнал с маяка, и мои солдаты все поймут. А мы возьмем колесницу. Ава, Цезарь, будет исполнено. Царица, вы готовы пойти в бой? В разгар битвы я должна оставаться на своем троне. Я царица, и буду ей, пока меч не пронзит мое сердце. Но и тогда моя кровь будет на троне. Что ж, пусть так. Мой долг всегда быть подле вас. Итак, перейдем к важнейшей части плана.
Положишь это в жаровню на маяке. Айя сопроводит меня. Что ж, начнем сражение. Айя, если найдешь моего брата, сделай так. Будет война! Наша царица взойдет на трон. Лишь ты достойна такой судьбы! Дай мне порошок. Цезарь считает всех женщин слабыми. Ты разубедишь его. Тут повсюду стража. Стоп!
Эй! Что? А это что за пташка? Как она сюда попала? А ну стой, женщина! Убейте ее, и побыстрее займемся делом. У нас тут римляне. Посмотрим. Ты одна из александрийских блудниц, которых поставляет мне Орден Древних? Что ж, пока сохраню тебе жизнь. Таких оскорблений даже я не стерплю. Это маяк Птолемея. Ходи прочь! Света маяка достойна лишь Клеофана. Противник прорвал нашу оборону! Нет! Ждем! Мне нужен сигнал! Глупец! Ты отправил женщину на такое важное задание! Как мне теперь отдавать приказы? Терпение, Цезарь! Жребий брошен! Идем! Нас ждет битва! Виджай, охраняй меня! Многие не верили Ваю! Это неверие стоило им жизни. С дороги! Держись! Поверну! Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть! Следи за лошадьми! Я не дам спуску этим псам!
Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками. Сзади, Баек! Сзади, Баек! Нас окружили! Это ненадолго. Баек, давай побыстрее! Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! Я не могу стрелять еще быстрее! Но это не к добру! Что такое? Надеюсь, не узнаем. Быстрее! Мы должны обогнать их! Что ты? Землица! Приготовься, Цезарь! Тебя ждет самый трудный бой в жизни! И кто же наш враг? За нами сама смерть! Стрелы только разозлили его! Лошадей ровнее! Тогда этот слон нас растопчет, египтянин! Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть. Следи за лошадьми. Я не дам спуску этим псам. Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками. Враг позади колесницы! Враг позади колесницы! Это ненадолго. Баек, давай побыстрее. Сзади нас нагоняют. Враги прибывают, я слышу. Я не могу стрелять еще быстрее. Но это не к добру. Что такое? Надеюсь, не узнаем. Быстрее! Мы должны обогнать их! Приготовься, Цезарь! Тебя ждет самый трудный бой в жизни! И кто же наш враг? За нами сама смерть! Стрелы только...